Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом Департамента внутренних дел области по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 53-летнего жителя Туркестана. Зелье он хранил на территории своего дома в шине автомобиля. В ходе обыска в доме у задержанного сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом обнаружили вещество растительного происхождения. Согласно заключению судебно-криминалистической экспертизы, вещество марихуана весом 400 грамм. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям 296 и 297 Уголовного кодекса. Задержанный заключен в изолятор временного содержания. Сотрудники Ардабасинского РОВД задержали двух молодых жителей района по подозрению в скотокрадстве. В июне в этот отдел полиции обратились несколько жителей Ордабасы, которые заявили, что неизвестные лица похитили у них трех коров и несколько лошадей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы задержали двух жителей района – гражданина М 1992 года рождения и гражданина А 1991 года рождения. Мы увидели стоявших в сарае лошадей и решили забрать. Обошли хлев из задней стороны дома, вывели животных. Потом увезли их подальше от дома. Позже мы их продали на скотном рынке Ордабасы. В ходе следствия полицейские установили, что задержанные причастны как минимум к 10 фактам скотокрадства и нанесли пострадавшим ущерб на сумму 2 миллиона тенге. Сейчас подозреваемые заключены в изолятор временного содержания. Ведется досудебная проверка. Днем на пульт дежурного спасательного отряда поступил звонок о помощи от жителей микрорайона Кайтпас. Горожане сообщили, что в их дом заползла змея. Прибывшие на место спасатели действительно обнаружили рептилию. Она заползла между перекрытиями потолка. Рептилию оперативники отряда извлекли. Змея оказалась не ядовитой. Ее спасатели вывезли в безлюдное место.